Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов и их автобиографии. Роже де ла Френе, французский художник и скульптор. Я пользуюсь Википедией данных не очень много. Связан был с движением кубизма. Роже Ноэль Франсуа де ла Френе родился 11 июля 1885 года в Лимоне. Происходил из старинной нормандской семьи. С 1908 года был учеником Мариса Дени и Поля Серьюзье в Академии Рансона в Париже. Построил мастерскую живописи и скульптурную мастерскую в замке Баверне в Сен-Юзе-Сушарли. Это собственность его предков по материнской линии. С 1923 года музей Гренобля стал первым музеем, который приобрел одну из его картин. Она называлась «Вид из Флоренции». Умер 27 ноября 1125 года в Грассе. Его работы находятся в Музее изящных искусств и археологии Жозефа де Шелета в Руане, в Орлеане – Музее изящных искусств и в Лионском музее изящных искусств. Вот так вкратце, данных не очень много о французском художнике-скульпторе Роже де ла Френе. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.